Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Эбру Шахин и Седи Осман – особенная пара, женатая около года. Они очень любят друг друга и делятся своими особыми моментами. Между этой парой также происходит интересный обмен подарками. Акын Акинозю сделал особый подарок для Эбру Шахин. Акын сделал специальный браслет для Эбру. Браслет задуман как значимый подарок от Эбру. Браслет украшен маленькими камнями, жемчужиной в форме сердца и узором под названием «Седи и Эбру». Эбру был очень впечатлен, когда Акын подарил Эбру этот особенный подарок. Между Акыном и Эбру сложилась прекрасная дружба, и этот подарок укрепил их отношения. Этим подарком Акын показал, насколько ценен для него Эбру. Браслет останется символом их дружбы. Этот особый подарок, который Акын преподнес Эбру, показывает сильную связь между ними. Они не просто друзья, они очень любят друг друга и разделяют особые моменты. Этот подарок останется символом крепкой связи между Акыном и Эбру. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Эбру Шахин и Седи Осман – особенная пара, женатая около года. Они очень любят друг друга и делятся своими особыми моментами. Между этой парой также происходит интересный обмен подарками. Акын Акинозю сделал особый подарок для Эбру Шахин. Акын сделал специальный браслет для Эбру. Браслет задуман как значимый подарок от Эбру. Браслет украшен маленькими камнями, жемчужиной в форме сердца и узором под названием «Седи и Эбру». Эбру был очень впечатлен, когда Акын подарил Эбру этот особенный подарок. Между Акыном и Эбру сложилась прекрасная дружба, и этот подарок укрепил их отношения. Этим подарком Акын показал, насколько ценен для него Эбру. Браслет останется символом их дружбы. Этот особый подарок, который Акын преподнес Эбру, показывает сильную связь между ними. Они не просто друзья, они очень любят друг друга и разделяют особые моменты. Этот подарок останется символом крепкой связи между Акыном и Эбру. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.